В минувшее воскресенье состоялась игра 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу. Сразиться с командой «Кызыл-Жар-СК» приехал алматинский клуб «Кайрат». Как прошла игра и каков ее итог, расскажет наш корреспондент. Игроки, тренеры, многочисленные болельщики на стадионе Хайрсай. На поле встретились футбольные клубы «Казалжар» и «Кайрат». Пока что счет равный 1-1. Оттого игра более напряженная. В местном клубе отличился нападающий игрок под номером 9 Элгуджала Абжанидзе. Он забил мяч в ворота соперника в первом тайме и сравнял счет. Ярко реагировали на голы спортсменов и активные болельщики. Они использовали баннеры, флаги и барабаны для поддержки и поднятия духа футболистов. Не зря говорят – болельщик – это 12-й игрок команды. Я думаю, мы, болельщики, помогаем команде. Нам нужна победа, я верю в них. Сначала мы пропустили, потом мы забили. Но вот сейчас второй тайм, надеюсь, наши забьют, наши победят. У меня сегодня праздник, профессиональный день педагога. И надеюсь, в честь этого праздника Казалжар порадует всех педагогов нашего города и нашей области. Футбол – часть жизни для представительниц прекрасного пола. Постоянные болельщицы пришли поддержать любимых клуб. Они получали и выплескивали массу эмоций и держали кулачки за земляков до последнего. Мы их все равно хаять не будем. Это наша любимая команда. И мы за нее болеем весь год. Так что и мы сегодня обязательно победим, выиграем. Сегодня игра достаточно такая активная. Наши стараются. Надеюсь, у них все получится. Верим в команду. Игра шла на равных, но на заключительных минутах второго тайма самому опасному противнику Жуао Паула удалось забить решающий второй гол. Итог встречи 1-2 в пользу Кайрата. Работу своих подопечных прокомментировал главный тренер Казалжара Али Алиев. Вы видели, игра была полна эмоций, турнирная таблица, все это сказывалось на чуть-чуть нервозности ребят. И в том моменте, где нужно отдать, наверное, хладнокровная ситуация, решить спешка и получается брак. К сожалению, два удара по воротам нашей команды и получили мы счет 2-1. На самом деле, по качеству игры доволен, по мотивационной стороне, по эмоциям доволен. К сожалению, последний пас, финальный пас, наверное, надо все-таки будем исправлять ситуацию уже в следующих играх. В следующем туре чемпионата страны североказахстанские футболисты сразятся с клубом «Тарас». Игра пройдет на выезде через неделю. К слову, сейчас Казалжар находится в опасной зоне турнирной таблицы. Адилия Акушекова, Адиль Нуржанов, служба новостей.